Bu Presiden Zelensky yang ke Ukraine ulang bakar Rusia om tang bakar wanita tema yang ke Ukraine dari kelawan leru ke kampuman ke bom lak pediang dan ke penyap di semua yang kiri pejba ke balui lui dan ke ribs yang ke kentai ke kena dan ke balute dan ke si penjat dan perad di semua yang ke yang kisem markum tak terter ulang. Bu Presiden Zelensky ulang bantu syuk dan ke bong kau kikimi yang ke sepah Rusia man lak iwe pe iwe pecenis mentah ke iki baki kunjung pi kita lek nak kementak ki berujung ni hapo Ukraine hapo Bucha Irpin hapo Hostomel nak ke basu penjap di semon bada ke basu set di semon ki rupaj ba ki bayat ki bayang siam kuno kino kidau kene kede sa kata ka jinglek di semon ke jinglek keput jong kine ki separus ya hapo ke Ukraine menta bu presiden ulong hak ke bayde hapo Bucha kayu eno ke bade pej ya ka hoklong briu man briu kelasim kiah lor kene manwat bentuk kit lagi siap penjam di semua kiri pejba hapok surok dan kebasu siat lagi nak salang kedong lane dan kebasu penjam di semua hapok ki surok lak yaki beriu ki jongi kumta kayu no kepada pej ya ka hok yang kilong beriu man beriu tersesip kia persa sepanjang yang karusia kelor yang kene ulong Bu Presiden Zelensky laban susu ba ki sepa Rusia habaki wan sepo Ukraine om tang bak si wan tang manhat ma hendre lalu te ratu yaki yang kisem yang kiri pejba kumta kita penyiap ru deh kiri pajba tak kebaca susiat di semua niki pada kebabat baru ya ki kentai ki kelung ki kena ki bom tip ya ki AKA ndre kini ki jinglek jung si parusia nyam lapan pediang dari lele ru em ulong Presiden Zelensky выгнали окупантів сотні вбитих людей закатованих розстріляних мирних людей тіла на вулицях замінована територія заміновані навіть тіла вбитих повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, брати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. Я хочу, щоб кожна мать, кожного російського солдата увиділа тіла убитих людей в Бучі, в Ірпені, в Гастомі. Що вони зробили? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей сетки? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможно? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улице, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли. Я принял решение про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного.